Добрый день, коллеги. Троицк вошел в состав Новой Москвы, и здесь развивается и научные учреждения, исследовательские учреждения, технопарк, в котором мы только что были, но требует серьезное вложение и в социальную инфраструктуру. К сожалению, Троицк один из самых напряженных городов в составе Москвы, который испытывает серьезные проблемы с местами в школьных и дошкольных учреждениях. Мы уже второй детский сад вводим в Троицке. Я надеюсь, что все дети с 3 лет будут обеспечены после этого года этого детского сада в Троицке. Ну и серьезной проблемой остаются школьные места. Я уверен, что в ближайшие месяцы будет закончен новый блок начальных классов на 6500 квадратных метров со спортивным ядром. Пожалуйста, доложите, как идут работы. Работы идут полным ходом, практически завершены. Значит, оформляются документы. Это полноценно, мы называем преступно, полноценно огромную школу. Значит, качество высокого уровня. Значит, буквально через месяц будут подписаны все документы о сдаче. Хорошо. И когда вы здесь новоселье отпразднуете? Мы 1 марта, у нас уже входят первые 3 группы. Которые мы сейчас видели, и я думаю, что уже к началу летнего периода сад будет запущен на полную мощность. Поздравляю вас. Спасибо, Сергей Семенович. Вам огромное спасибо.